Всем привет! Выбираюсь из Ольшанки. Там тоже дождь, и там дождь. Ух. Я еду в дождь. Я поехал в дождь, ребята. Я ни разу так не ездил. Я боюсь заходить. Четвертая и 60 с газом, и то меньше 60. Я очкун. Очкунчик на борте. Букашка в руку прилетела. А здесь зеркала конструктивно закрывают руки. На руки вообще не дует. Воздух уходит под ручки. Danger, опасность. Точно. Thank you.
тряпкой по ебалу хлопнет, мало не покажется. А я еду всего лишь сотню. Скорости не ездят, ребят, к сожалению. Чтобы на их спидометрах не было показано 130, но лежак 120 настоящий, я думаю, не поедет. Вот 110. Так выглядит 110. Давайте 150 попробуем. Вот это 150. Вот они, 120 настоящие, простые 120. Реальные. Попробуем 160. Вот реальные 160, друзья. 160. Здесь поедем. Очково, конечно. Почти 300 килограмм весит мотоцикл. Плюс моих 100. Плюс заправка, ем все жидкости эти. Вот так вот. Мопед мой довез меня. Красота, запах травы, запах вот того болота. Наверняка там рыбы вообще просто, ух, рыбы сколько. Там бы сеточку поставить. Ну, наверняка и ставят. Красотулька. Жарище. Ну ладно, всем спасибо, это самое, всем пока, до новых встреч в эфире.